Приветствую всех на своем канале. Захотела я сделать цветочный горшок. Взяла сетку, обмазала ее. Ну, тут сказать нечего. Выравнивать я его не стала. Он по задумке должен быть неровный. Наношу раствор. Раствором я пользуюсь 1 к 2. 1 цемент, 2 песка. Делала такие лепешечки. Пальчиками прошлась и кисточкой прошлась, чтобы получились такие островочки. Дальше наношу раствор для листьев. И так делаю весь горшок, сверху лепешечки, снизу листики. После просушки загрунтовала и покрыла белым акрилом. Коту явно понравился этот горшочек. Беру 2 столовых белого акрила, на кончике зеленый, на кончике желтый. Окрашиваю капусту сверху. Для листьев взяла зеленый, разбавила его белым. Бледно-желтой краской тонирую. У листиков прожилки. Далее взяла грунтовку, чуть-чуть зелененького разбавила, и этим между прожилками к низу листа прошлась. Ну и напоследок по всей капусте и по листикам сверху прошлась белой тонировочкой полусухой кистью.